Мы выезжаем из города Каспийск в экспедицию на Сулакский каньон с нашим гидом Якубом. Всем привет. Привет. И нашими прекрасными спутницами Юлией и Катей. Выезжаем из города Каспийск. Вот первая гряда, это город, да, это вот с правой стороны, вот уже мы видим гора Таркитау, которая виднеется. Да, мы сейчас проедем за этой горой Таркитау через населенный пункт Агачалу. Едем в горы, проезжаем мимо экстремальной веломототрассы, которая идет по гребню горы. Тут, оказывается, занимаются байкеры-экстремалы. Мы сейчас заезжаем в горную долину. Да, затупится все. Мы заехали на север города Махачкала и сейчас выезжаем из Махачкалы к Буйнакскому перевалу в горы. Мы поднимаемся по серпантину к Буйнакскому перевалу. Внизу виднеется панорама города Махачкала. Справа Каспийск, из которого мы выехали. Махачкала, через которую мы проехали. И дальше наша дорога идет по серпантину в горы. Памятник строителям этой дороги. 1868. А вот здесь был населенный пункт, тоже назад город, Абзынбуйун. Да, видите, сколько там могильных камней. Старые, да, эти самые, да, достаточно большой населенный пункт был. Мы проехали Буйнакский перевал. И спускаемся в предгорный перевал. Вдалеке виднеется город Буйнакск. Право это левый берег Сулака. Отметка 2300 метров. Вот. И правый берег 1920 метров. В том разряде самый-самый глубокий каньон считается Сулакский каньон. Мы подъезжаем к Сулакскому каньону. Черкесскому водохранилищу. Мы подъехали к Черкесскому водохранилищу. Первому в каскаде Сулакского каньона. Какая тут красота, красивее, чем много. Избербаш, Каспийск. Это верхнее водохранилище в каскаде Сулакского каньона. А мы сейчас поднимемся к деревне Дубки и поедем вниз вдоль следующих водохранилищ. В Греции были на подобном водохранилище, там ничего, никто никогда не мог. Просто не отходи. Мы находимся на смотровой площадке напротив Черкесской гидроэлектростанции, расположенной на Черкесском водохранилище. Высота плотины, часть которой виднеется, более 200 метров, 236 метров, по-моему. Виден туннель, очевидно, для аварийного водосброса. Сейчас он сухой, потому что уровень воды пока недостаточно высокий. Ну а, собственно, река Сулак течет дальше к следующему водохранилищу, следующего каскада, к которому мы поедем дальше. А кругом Дагестанские горы. Вот оттуда мы приехали и дальше спускаемся вдоль Сулакского каньона.
мы отправляемся на экскурсию в пещеру. Катя, Юля, посмотрите сюда, пожалуйста. Юля, посмотрите сюда, я снимаю видео. Девушки заняты фотосессией и ни на что отвлекаться не могут. А это вторая электростанция в каскаде, электростанций Сулакского каньона. Сейчас мы поднимаемся к плотине. Давай сюда не пойдем. Вот электростанция у подножия интересной горы известковой с фигурными выемками. А мы идем по направлению к пещерному комплексу. Мы входим в пещеру. Я снимаю вход в пещеру. Это тупик. Тупик. Поход по пещере окончен. Мы выходим на белый свет к Сулакскому каньону. А только что туда уплыла лодка, вот туда, под это место. Нам предстоит поход по этому мосту. А тут катают на тарзанке. Мы начинаем переход по мосту над Сулакским каньоном. Над головами пролетают люди. Некоторые люди тут летают на тарзанке. Со скал стекает живописный водопад. Мы пришли отсюда. Наш переход над Сулакским каньоном приближается к логическому завершению. Но еще предстоит идти обратно по второму мосту. Путешествуем по пешеходной тропе по склону Сулакского каньона, а по противоположной его стороне путешествует группа смельчаков по экстрим-тропе. Катя очень хотела, чтобы мы вместе с ней пропутешествовали по этой экстрим-тропе, но оказалось, что там только с 14 лет. А как интересно, ее назад вернут.
Вот, сейчас молодой человек поехал спасать девушку. Да, мы стали свидетелями небольшого инцидента. Девушка на тарзанке не доехала. Она доехала, но ее откинуло назад. Да, до посадочной площадки ее полез спасать молодой человек. Сейчас на ручной тяге ее оттуда будут эвакуировать. Спасательная операция в реал-тайме. Катя, я думаю, если бы ты оказалась в такой ситуации, мама бы с папой про это узнали. Они бы не очень обрадовались. Пока одни болтаются на тарзанке, другие под ними проплывают на моторных лодках. Катя, посмотри сюда. По очередному висячему мосту под известняковой горой мы возвращаемся из Сулакского каньона, где летают люди, и собираемся двигаться на главрыбу. На комплекс, да, а вот где вы? А, это не это, да. Конечно. Не, ну мы там очень мы много спускаемся как-то от нескучных садов, где мы сейчас обедали, к комплексу главрыба. Я вас выпускаю вот здесь. Обратно, через мост прыгать будем. Через мост прыгать будем. Все, девочка, одевай каски. Дом штрабаш, там ждал, я за дом штрабаш. В воздухе пролетали человеческие тела. Это пещера, да, там слева? Вот. В стенах зияли пещеры. Там медведи живут.
расслоились геологические слои. Это называется путешествие по Сулакскому каньону. Несколько часов назад мы ходили взад и вперед по этим мостам. И людей, летающих на тарзанке. Катя, осуществилась твоя мечта? لقد شمس الصمود ولقد صرنا جموعا لرب المجد التليد لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وعاد أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فاركوا Thank you.
Я же место начала, я близко так это. Я же так встала, меня потом.